почки один раз стоит. Не, простите, одну минуточку. Простите, ваше имя, отчество? Марфа Васильевна, я. Чудесно. Очаровательно, Марфа Васильевна. Ну, очаровательно, Марфа Васильевна. Рюмочка крудомодный? Что? Ну, не откажите. Будьте здоровы. Вот вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю, мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте, все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются. И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела. Марго, вы единственный человек, который меня понимает. Ну, еще рюмочку под щучью голову. Ну что вы, что вы? Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета? О, да ты, ваше благородие, нарезался.